Главное достоинство нового сервиса – экономия времени. Независимо от количества клиентов в зале, заранее оформленные и оплаченные посылки оператор примет без очереди. Мы даем возможность клиенту спокойно дома зайти на сайт Почты России, в личный кабинет, а перед этим, упаковав посылку, необходимую ему, зайти в личный кабинет, заполнить бланк, вот, распечатать этот бланк, то есть ярлык он называется, наклеить его на правление. Новым сервисом Юлия пользуется 4-й месяц. В преддверии Нового года, когда друзьям в разные уголки России нужно отправить большое количество презентов, он особенно выручает. Оригинальные елочные шары, которые Юлия собственноручно изготовила и аккуратно упаковала, совсем скоро будут доставлены в Тюмень. Сформировал посылку, если знаешь примерный вес, если есть весы, еще хорошо, да, уже точный вес указываешь, оплачиваешь онлайн с помощью карты, пришел, отдал, все, тебя быстро приняли, и ты едешь заниматься дальше своими делами, не нужно ждать, тратить самое ценное это время. После оплаты почтовое отправление в течение 72 часов необходимо принести в ближайший центр выдачи и приема посылок. Оператор его взвесит для указания точного веса. Если полученный вес окажется меньше, чем был введен на портале, с карты будет списана меньшая сумма. Если вес будет больше, то произойдет списание недостающих средств. В течение 3 часов оператор должен ее обработать. И то есть на электронную почту ему придет чек. Новый почтовый сервис помогает клиентам оптимизировать время и даже в предновогодней суете все успеть. На посещение почтового отделения у Юли ушло не больше минуты.